Смотрите, как прокинул себе мяч Адама Трауре. Мы говорили о том, что пока фланги не очень работают. Но как он все здорово сделал. Стюарт проиграл ему в скорости. Ну и вот тут вопросы, конечно, к центру обороны. Абсолютно один стоял Сандро Рамиро. Здорово сделал. Стюарт проиграл ему в скорости. Ну и вот тут вопросы, конечно, к центру обороны. Абсолютно один стоял Сандро Рамиро. Вот такая контратака. Голевую передачу себе записывает в актив Бога Андоа, голкипер Барселоны. Ну, весь этот эпизод такой жирный минус для игроков Тоттенхэма. Здорово пробил, кстати, Сандро. Такая контратака. Голевую передачу себе записывает в актив Бога Андоа, голкипер Барселоны. Ну, весь этот эпизод такой жирный минус для игроков Тоттенхэма.